Такой была эта среда глазами наших корреспондентов. А чем день запомнился кировчанам, давайте посмотрим. Мне сегодня сделали отличный массаж. Пациентов лечил, так все хорошо у всех. Получили зарплату. Очень хорошая новость. Нет комиссии, прохожу. У нас была очень интересная встреча с нашими партнерами, друзьями. Мы разрабатывали проект о победе с вдохновением. Сегодня Флёра Горчею сдала. На работу иду, вечером тренировка. Дети вчера подарок от Деда Мороза получили. Наконец-то выспался, да и наконец-то чертежи буду сдавать. Живы-здоровы, все ходят, вроде бы улыбаются. Слава Богу.